Всем привет, друзья, с вами Закупыч, и сегодня у меня на канале просто топовое видео. Помните Гарри Поттера Юми, магические капсулы, которые я распаковывал? Так вот, теперь появилась новая коллекция, не знаю, новая она в России или старая, в общем, за границей она уже давно. Это «Очень странные дела» от Netflix, тоже компания Юми. Все оригинал, все официально. Стоит одна такая капсула 1800 рублей, то есть очень дорого. Поэтому я надеюсь, вы поставите лайк за то, что я потратил много денег. А также поставите лайк, что я в этот раз взвесил все капсулы, чтобы вы при необходимости, если они когда-нибудь в России появятся официально, я не знаю, будут ли они продаваться или нет, то вы бы могли собрать всю коллекцию. Здесь у меня 110 грамм, здесь 111, а здесь 112. То есть вот это самое тяжелое. Давайте начнем с самых легких. То есть вот так я поставлю. Вот капсула 110 грамм. Она весит. К сожалению, у меня нет весов, которые весят до сотых, вешают до сотых. Поэтому поставьте лайк, если вам будет нравиться то, что я взвешиваю сюрпризы, чтобы вам помогать собирать коллекцию, то я куплю себе весы, которые прям до сотых граммов взвешивает. Итак, что у нас внутри? Внутри написано фигурка и какие-то штуки-приколюхи. Также написано, что мир наизнанку тоже есть, то есть есть два фона. Один фон мир наизнанку, потом мы переворачиваем капсулы, и у нас получается фон обычный. Что с кошкой? Кошка боится этих капсул. Она чувствует, что там какие-то потусторонние силы внутри. Надеюсь, нам выпадет сегодня что-нибудь очень редкое. Давайте открывать. Купил их в секретном магазине. Даже не спрашивайте. В России вообще официально они, по-моему, нигде не продаются. Мне повезло, что я нашел в одном местечке. Можете в комментариях написать, если увидели, где такие продаются. Итак, выглядит все это дело в виде вот такого телевизора, прям стильно. У меня такой телевизор был в детстве. Возможно, вы, кто смотрите это видео, вы даже не застали такие телевизоры и не знаете, что это такое. Кошка, что с тобой? Миси, что с тобой? Ты чего? Вот, здесь какие-то задвижечки, что это? А, это можно... Возможно, они куда-то вставляются, эти телевизоры. Возможно, есть какая-то стена для коллекционирования. Не знаю, какие-то вот эти штуки очень странные. Итак, а как оно дальше открывается? Просто открываешь телек и все? А, да, просто открываешь телек и все. Итак, смотрим, что же там есть внутри. Ага, вот, телевизор теперь у нас, видите, прозрачный становится. Здравствуйте. Коллекционная бумажка. Очень странные дела. Здесь написано 1, 2, 3, 4, 5. Первое, мы должны вставить... бумажку в телевизор. А, вынуть бумажку из телевизора. Второе, мы должны вынуть фоны и вставлять их в телевизор. И вставить туда. Не понял. А, типа мы вставляем их в телевизор и вставляем вот в эту коробочку. И третье, это используем как фон. А, понял. Типа дисплей 2 используем как фон. Ладно, надеюсь, я не запутаюсь. Вот вся коллекция, ставьте на паузу, если кто хочет собрать. Я, конечно, хочу самый редкий здесь вот этот, номер 10, вот этот Гаргамель. Как его зовут? Монстр вот этот, забыл его. В общем, этот чужой. Ну и, конечно, хотелось бы девчонку. Причем девчонка, видите, 11-я здесь с волосами. То есть, и почему-то она блондинка. Возможно, это сериал по Netflix идет. Потому что почему она блондинка? Странно. Ладно. Открываем второе. Второй пакетик. А, первый пакетик. То есть второй пакетик выглядит у нас вот так. В виде кассеты. И там внутри вот эти карточки фоны, я так понимаю. Там внутри будут. Первый пакетик это кассета. Clues Card. Это, наверное, какие-то коллекционные карточки здесь внутри. Netflix, Stranger, Hill. О, русский. Даже русский есть. Смотрите, содержание. Здесь их можно комбинировать. А, это, наверное, спойлеры, типа, что внутри каждого набора. Слушайте, это не весело, давайте я уберу пока это дело. Так, тут у нас фигурка. Фигурка вот в таком алюминиевом пакетике под номером 5. О, вот такой алюминиевый пакетик. Здесь, опять же, написан вот этот Гаргамель. Гаргамонстры, какие-то кишки здесь нарисованы. На камеру, наверное, плохо видно, но они тут есть. Так, и еще какая-то фигурка, слушайте. И тут вот такой телек. А как-то... А, вот для чего вот эти штуки. Это штуки, чтобы вставлять сюда фоны. Вот так их фиксируешь. Наоборот, что ли? Да, о, вот так. То есть вот сюда вы вставляете фигурку. Видите, здесь есть штыречек специальный. А вот сюда вставляете фоны, которые вам выпадут.
То есть, и получается у вас фигурка на фоне, и тут очень странные дела. То есть, это такой пьедестал для фигурки, получается. Выглядит очень круто, очень продуманно. Так, коллекционная бумажка, я так понимаю, лучше на нее не смотреть. Здесь два пакета, то есть, 3-4, ага. То есть, первая у нас кассета, потом два, это вот эта штука. Потом у нас 3-4, это маленькие пакетики. И в конце у нас идет сама фигурка в пятом пакете. Мы должны, по идее, как в Гарри Поттере, догадаться по аксессуарам, что у нас там находится внутри. Итак, первое это косета. Давайте ее открывать. Она вот так открывается. Вау, вот это стиль. Не, слушайте, вроде как они даже стоят своих денег. Так, clue card not to play. Здесь написано, что нужно делать, открывать двери. Это какие-то записи на английском. Ребята, если кто знает английский, переведите, пожалуйста. Потому что я английский не знаю, и поэтому даже не знаю, что здесь внутри. А, тут надо... Тут написано, что нужно делать. Типа, это намочить водой. Хм, то есть мне потребуется еще вода, похоже. Похоже, да. Итак, внутри две карточки. Одну нужно намочить водой, здесь нарисован брат этого самого, или этой самой девчонки, да? Кто он там был? Ну, в общем, тут прям из сериала прям кадры. Так, чек-лист 1 из 11, это, то есть, получается, Демогорган. А, Демогорган зовут, вспомнил. Элевен, это 11-е. Валюша! Милан, попроси маму набрать водички мне принести. Хорошо. В кружечку. Ну, не в кружечку, в мисочку маленькую. Хорошо. То есть нам потребуется водичка. А, это фон. А, вот, видите, один фон из нашего мира, то есть из парка аттракционов, где они гуляли. А второй фон, это адский вот этот мир наизнанку, вот про что они и говорили. Так, то есть мы должны, мы берем и вставляем фон. Можно вставить фон вот этот. Где они играть должны. Видите, получается у нас вот такой фон. Но мне больше нравится фон именно вот этот, мир наизнанку. Я, наверное, его оставлю. О, вот так его сюда вставляю, и получится у нас наш персонаж будет на фоне вот этого мира. То есть у нас уже есть подсказка. Этот персонаж был там, где мир наизнанку, где вот это все. Хм, странно, я пока не могу догадаться. Так, ладно, нам потребуется сейчас намочить. Ждем воду. Итак, ребята, я тут прочитал инструкцию, видите, есть на русском языке, то есть все написано. Вот если вам интересна инструкция, можете поставить на паузу, почитать, что здесь написано. И оказывается, что это у нас игра, то есть это игра, мы имеем 4 жизни, нам нужно пройти весь лабиринт и добраться до всех 4 углов красные, где обведены красным. Вот нам надо туда попасть со старта, и тогда мы получим подсказки. Подсказки здесь у нас изображены, то есть вот они подсказки, то есть вот по... комбинации предметов, мы можем догадаться, кто у нас там внутри находится. Ну, не особо мне это интересно. Самое интересное это вот это. Намочить. И Джон. Написано было, что же Джон сделал фотографии. И по фотографии можно понять, что это за персонаж, да. Вот так мы берем, мочим. Я просто пальчиком мочу. Ой, что это? Что это? Что это? Что это? Это какой-то японский флаг. Да? Да. Да, это флаг Японии и иероглифы. Непонятно, что это такое. Я не догадываюсь, что это за персонаж с японским флагом и иероглифами. Ребят, если вы догадываетесь, то пишите. Так, теперь давайте самое интересное проходить лабиринт. Мы сейчас попробуем пройти его по правилам. То есть у нас есть 4 жизни. Если мы встречаем Демогоргона, то мы должны вернуться обратно. Стартуем со старта и надо двигаться к углам. Я стартую отсюда. Давай получим это. Так, это у нас... То есть мы идем правильно, по идее, красная точка. Или я не знаю, что там должно быть. Давайте вот сюда дальше пойдем. О, красная точечка. Нормально пока идем. Далее. Нормально идем. Далее. О, мы пошли правильным путем. И теперь подсказка. Так, первая подсказка это рогатка. То есть у нашего персонажа есть рогатка. Теперь мы должны идти дальше. Идем сюда. Идем на выход. Так, на выход. А, Демогоргона мы встретили и возвращаемся обратно. То есть мы вернулись на старт. У нас минус одна жизнь. Всего у нас 4 жизни. Идем по другому пути. Вот здесь. Вниз. Вниз. Мяч. Мяч. То есть это баскетболист. Я думаю, что это парень афроамериканец получается. Я тоже. Да? Потом, да. Потому что он как раз-таки баскетболист был. Так, идем дальше. Со старта предлагаю двигаться вот сюда.
потом вот сюда, потом вот сюда, и вот сюда. Что это такое? Ремень. Ремень? Да. Что это такое? Я даже отсюда не вижу, ребят, я вам поближе поднесу. Ремень. Не могу понять, что это такое. Да не ремень это что-то странное. Так, ладно, давайте подвигаемся со старта опять сюда. Как вы поняли, между рядов лучше не ходить, там могут вас встретить демогорганы. Да видите, между рядов как раз-таки были демоны вот эти. Демоны. И последняя подсказка. Телефон. Последняя подсказка — это рация. Ну, рация у них у всех была. Рогатка, по-моему, тоже у многих была. Вот то, что баскетбол играл, по-моему, только один. Он же попал там даже потом в команду, играл в команде уже в последней части. Кстати, народ, как вам последняя часть? Не знаю, мне показалось, она очень занудная, очень много болтовни, очень много воды, но было круто все равно. То есть мне понравилось все равно, потому что я фанат сериала. Итак, Демогорган +1, баскетбол, рогатка. Вот по этим штукам мы должны догадаться, кто у нас там внутри. Я думаю, мы уже поняли, что это парень чернокожий. Не знаю, можно так говорить? Темнокожий. Не похожий на тебя, не похожий на меня. Так, далее. Далее у нас вот такая штуковинка. Здесь написано было в инструкции, что тут должен быть стикер-пак. То есть мы его открываем аккуратненько. Опачки. Открываем. И что же мы там видим? Очень странные дела, опять же, написано. Что это такое? А, это то был мир наизнанку, а это типа нормальный мир. Видите, это школа. Это школьный коридор. То есть это нужно вставить в телевизор вместо вот этой карточки. Не, не влазит. То есть приходится по одной. То есть вот так, хоп. Видите, это обычная жизнь. А здесь у нас, вау, на телевизоре такой фончик. Видите, как будто в тетрадке кто-то написал очень странные дела. А здесь какой фончик? А здесь фончик просто игра. Значит, вот этот фон более, наверное, сюда подходящий, да, получается? Да. Здесь телевизор, здесь школа. Прикольно сделано. Так, и теперь наклейка. У нас вторая наклейка из 11. То есть это вот такие стикер-паки. Pull for door, ага, life. Мы берем. Куда клеим? Да не, клеить не будем. Я ее аккуратненько отклею, посмотрим, что там внутри, и заклею обратно. Ничего. А, с этой стороны надо. Вау! А кто это? Это 11-е, что ли? А, это эти, которые заходили в тот мир наизнанку, в этих в скафандрах. Видите, какие? Вау, ребята, это круто. Это карточка, видите, коллекционная. Всего в коллекции 11 карточек. Нам выпадает именно под номером 2. А 11 как раз-таки, это 11-е. Видите, это магия цифр. Всего в коллекции 11 фигурок, и 11-е это 11. Ну, вы меня поняли. Это девчонка вот эта. Так. Ну, мы должны как-то догадываться. Давайте третий пакетик откроем. Вот так выглядят пакеты, опять же, стилизованные, мега-крутяцки. Открываем, и там должны быть его аксессуары. Итак, его аксессуар... Да, ну, слушайте, все, мы отгадали. Это парень темнокожий, я просто не помню, как его зовут. Это вот такой кубок. Видите, золотой кубок. Давайте вот так поближе сделаю. Золотой кубок за заслуги по баскетболу. Ставим его. И четвертый аксессуар, какой у него есть... Мяч. Да, Милан, как ты догадалась? Реально это мячик, ребят. Смотрите, это мячик баскетбольный, вот такой крутяцкий. Вообще круто, слушай. А он прыгает? А нет, он пластиковый, он не резиновый, он пластиковый. Ну и теперь барабанная дробь. Открываем нашего парнишку. И там, да, это он! Большой. Смотрите какой. Да, достаточно большой. Воняет пипец. Воняет резиной китайской дешевой. Чего почему-то. Просто, просто жесть. Валюша, нам достается твой любимый персонаж. Опа, и ему мячик можно дать в руки. Прикольно, прикольно. И теперь главный фикус, как говорится. Главный фокус. Смотрите, у него на ножке есть вот такой, типа такая прорезь. Мы его вставляем этой прорези сюда. На фон. Опа, вставили. Только почему-то он не поворачивается, он как-то смотрит в бок. Ну ладно. И вот он такой стоит. И вам кажется, что он стоит в школе у себя в коридоре, да? То есть он будто бы стоит в школе в коридоре. Но по взмаху руки
Он оказывается в мире наизнанку. Зловещий мир наизнанку. Слушай, прикольно. Вот так хопа, хопа, и в школе снова. Приколдесина. Единственное, получается, кубок нам некуда поставить. Ну, кубок мы просто сюда поставим, да рядышком к нему. Вот так. Выглядит вообще мега круто. И мне кажется, даже 2000 рублей за такое не жалко. Реально, реально очень крутая игруха. Так, это все мы убираем. Мы аккуратно потом все это запакуем. Потому что, наверное, мы будем на Авито продавать их. Вот. Но будем продавать дорого, предупреждаю всех. Потому что это дорогие игрушки, а с Ютуба я ничего не получаю. Да, надо как-то отбиваться хотя бы. Хотя бы в плюс уходить. Слушай, вообще крутяк. Получается, под номером 3 не написано, кто это, а как его зовут. Я не помню, как его зовут. Ребят, напишите в комментариях, как его зовут. Так, теперь давайте мы откроем под номером... Каким под номером? Вес 111 грамм. Открываем 111 грамм. Так, видео, наверное, будет длинное. Так, 111 грамм. Так, открываем. Сейчас будет побыстрее уже идти, не переживайте. Сейчас пойдем побыстрее. Мы уже знаем, что надо делать. Так, коллекционная бумажка нам не нужна. Вот эту штуковину вставляем сюда сразу же. Так, теперь берем. Так, это инструкция, я вам ее уже показывал. Я думаю, она больше не нужна. Так, под номером 1 кассета, да? Вроде как. Открываем кассету и получаем фон. Так, игру. Давайте в игру я играть не буду, потому что, ну, как-то это скучновато. Если вы распаковываете чисто для себя, то да, это весело, типа, посмотреть игру. Здесь у нас, опять же, вот такой странный мир наизнанку, или, возможно, это просто ночь. Видите, они едут где на велосипедах. Я вставлю его пока что сюда. Чик, фон. Опа. В игру играть не буду, потому что... это же надо намочить. Намочить надо 100%. В игру я решил не играть, потому что пускай будет интрига. Лучше по... Что это такое? Так, это рука, застрявшая в скале. Это в дерево, наверное, кто-то ушел. А, это тот, кто прятался в дереве. Это, наверное, парень вот этот, который застрял в мире наизнанку. Вот этот. Да? Скорее всего, это он. Да, я так думаю. Но это не точно. Так, далее. Далее у нас аксессуары. Чик. Это у нас набор наклеек. Но я рад, что хотя бы не повторка. Так, и... Ой, заставка для телевизора. Очень странные дела. Новая. И это комната с фонарем. Или это чердак? Что это такое? По-моему, это какой-то чердак. А как это надо? Вот так, наверное? А нет, или вот так. В общем, это прям заставка для телевизора. Смотрите. Вот этот чердак. А вот здесь у нас заставка для телевизора. Ну, круто же, ребят. Заставка для телевизора выглядит вообще крутяцки. Так, теперь давайте посмотрим на коллекционную карточку. У нас под номером 4 карточка. Кубс-чубс. Это где работал парень этой девчонки, где он мороженое, ну, который один из моих любимых персонажей. Удивительно, как он еще не погиб. Он так рискует своей жизнью. Так, одна там у нас карточка. Это такое ощущение, как будто их две. Так, здесь написано «Очень странные дела» и «Горгодемон над домом». Видите, завис. Горгодемон зависает над домом, и всем страшно там внутри. Так. Эту штуку я отдельно. Чик. Опа. Вообще круто. Так, и остаются нам подсказки, по которым мы сейчас должны догадаться. По идее, у нас были подсказки и там, в игре, но я их стирать не стал. Давайте посмотрим, что же тут. Так, первая подсказка – это рация. Ну, рация – это понятно. Рации у них у всех были. Они же по рации общались. Я даже после этого купил себе рацию. У меня дома есть рация. Если хотите, сниму на нее обзор. Я купил себе настоящую рацию с AliExpress, очень крутую. И даже подслушал как-то разговоры тут поблизости. Ну, они были такие нормальные разговоры. То есть там пацаны тоже молодые угорали. Наверное, тоже насмотрелись очень странных дел. Так, это фонарик.
Ну кто, может быть, они там все ходили с фонариком? Даже не знаю. То есть у нас там из подсказок это рация и фонарик. И поэтому мы должны догадаться, кто у нас там внутри. Не, я не знаю, кто это. Так, ладно, давайте доставать пакетик точно такой же. Да, я угадал. Да, это этот парень, который застрял в этом самом. В мире наизнанку. Это было в первом сезоне, по-моему. По-моему, это было в первом сезоне, да? После этого у него постоянно чешется голова, и какие-то из него монстры лезут. То есть, возможно, он как раз-таки уже злодеем становится постепенно, и в каком-нибудь там шестом сезоне он будет злодеем. То есть, вот так он выглядит, он с рацией и с фонариком, и как раз-таки его вот этот чердак-подвал, мы его сюда сейчас установим. Опа, установили его сюда, и опять же у нас два фона, типа вот он на чердаке, и можем поставить ему фончик, где он. Опа, вон там. Темная сторона и белая сторона. То есть можем перевернуть. Выглядит, опять же, ну просто крутяцки, ребят. Ну это просто что-то с чем-то. Так, и последнее. Последняя распаковка. Очень жаль, что, конечно же, у меня не так много денег, что я не могу себе позволить заказать всю коллекцию. Вот, сами понимаете, времена сейчас тяжелые, и не до обзоров, до вот таких штук. Так, это мы делаем инструкцию в сторону. Инструкция нам не нужна. Вставляем подставочку, все как надо. Классно, вот жалко, что с Гарри Поттером такого не придумали. Так, что-то я не то делаю. Я уже запутался, что надо делать. Так, подставка есть. Ну что? Давайте сразу открываем кассету. Что, какая же там подсказка у нас на кассете? Возможно... А, я забыл сказать, сколько грамм. Ну, 112, вы помните, да, вначале я показывал? 112 же? Так, 111... 110... А где упаковочная? Они у меня там все перепутали. Да, 112 грамм эта капсула. Самая тяжелая из всех. Ребят, перевод один и тот же или перевод другой? То есть здесь написано, наверное, правило, как нужно стирать все это дело на английском. Скорее всего, я думаю, так. Так, здесь нужно посмотреть фотографию Джона. Что он там нам нафоткал. О, ура! У нас все разные. Так, это, по-моему, очки. Красные очки он сфоткал. Угу. Джонатан сфоткал красные очки. На ком красные очки? Это, скорее всего, девушка. Я думаю, это, скорее всего, девушка. Так, потом. Но эти штуки мы стирать не будем снова. Это у нас мир наизнанку, и они там фоткаются. Но это как когда мир наизнанку проникал в наш мир. По-моему, это не прям мир наизнанку. Или, возможно, это то, что у нас, а это то, что у них. То есть, это настоящий мир, а это мир наизнанку. То есть, видите, такой, ну, проведена параллель. Так, ладно, вставлю это все дело. Пока что... Не, вставлять не буду вообще. Вы поняли? Так, что еще? Что еще? Теперь наклеечка. Мне хочется аккуратно эту наклеечку отклеить, но не получается. Она вообще не хочет отклеиваться, ребят. О, получилось. Так, отклеили. По идее, выглядит так же. То есть, видите? Жалко, что нам не выпали супер редкие, там 11 и так далее. Так, здесь у нас карточка для телевизора. Вот такие пиксельные в виде танков. Ну, а-ля танки. Помните, игра на Денди танки? И здесь у нас StarCourt. Это центр вот этот, как его... Это, по-моему, из второго сезона торговый центр, да? Вставляем это дело вот сюда. То есть вот такой фон у нас получается. А в телевизоре получается вот такая заставка. Опять же, смотрится очень круто. Netflix. О, очень странные дела. Все дела. Под номером 6 нам выпадает карточка. Сзади написано «Surfer Boy Pizza». Неужели это будет парень вот этот, который там серфил? Вот этот... Который спасателем был, который погиб. Брат этой рыжей. А у него разве были красные очки? Так.
Здесь мы находим 11 ее отца, так называемого, и Горгодемона. И как раз таки эксперименты над ней, как они делали, видите? Она 11 еще что-то держит в руках, какую-то статуэтку, я не понял, что это такое. О, отсылочки, отсылочки. Чик, аккуратненько заклеим, приклеим на место. Теперь подсказки. Сейчас самое интересное, вот это мой любимый самый момент, когда аксессуары достаем. Итак, это серф, то есть это скейт. А кто там на скейте ездил? У скейта не крутятся колеса, это просто кейс. А, Макс! Тут написано Макс. Все понятно, это Макс. Как раз-таки вот ее брат и погиб серфер вот этот. Так, Макс. Юми. И открываем последний. И очки красные. Значит, это Макс 100%. Я просто забыл, что у нее были очки. Очки такие себе, знаете, резиновые. Они прям, мне кажется, сейчас сломаются. Очень-очень мягкая резина. Очень ломучая. Ну и достаем саму Макс. Та-да-дам-та-дам. Слушайте, а почему она так стоит? Странно. А, она типа на серфе должна стоять. Она одной ногой должна стоять на серфе. Все понято. А очки ей вставляются как аксессуар. Ну, она такая, знаете, даже не рыженькая, а какая-то каштановая. Странно они ее так сделали. Вставляем ей волосы, очки. Наверное, многие, значит, по очкам догадались, что это она. Значит, это я такой невнимательный. Я, да, в фильмы смотрю так, знаете, смотрю, а сам левым глазом в фильме, правым глазом в телефоне вот так смотрю. Вот. Ну, первый и второй сезон я смотрел не отрываясь. Третий сезон я уже смотрел, ну, подсматривая в этот, к себе. Так, смотрите, здесь мы можем выбрать, как мы поставим скейт. То есть, можем поставить вот так, можем поставить вот так. То есть мы на скейте можем ее поставить как угодно. Вот. Хоп, хоп. А, типа она едет. А, нужно поставить именно как она едет. Все, я понял. Опа. О, типа видите, она типа делает трюк. О, вот так ее нужно поставить. Слушайте, прикольная фигурка. Сделана необычно. И теперь мы должны попасть дырочкой на скейте. На скейте есть дырочка. Сюда. Вот меня так задолбало, что Макс так ныла в последнем сезоне. Она раньше была такая боевая девчонка, а в последнем ноет и ноет, ноет и ноет. О, о, и вот так у нас получается. Держится хлипковато. Установить, конечно, можно аккуратненько. Но мне кажется, она прям чуть-чуть сейчас и упадет. Нет, держится вроде как. Прикольно, это самая такая динамичная поза из всех. Итак, что же мы получаем? Мы не собрали ни одного персонажа, которого бы я себе хотел в итоге. В итоге, да. В итоге нам, как всегда, не повезло. Я бы хотел персонажа под номером 2, под номером 6, вот этот из последнего сезона как раз-таки, который играл на гитаре. Это либо есть последний сезон? Конечно же, я бы хотел бы себе Громгодемона. Судя по всему, это будет самая тяжелая фигурка. Видите, он самый большой из всех. Ну и 11-ю хотелось бы. 9-ю хотелось бы, безусловно. 8-ю хотелось бы. Да, это фигурки с последнего сезона. Получается, до этого первый и второй сезон они не делали фигурки. Это именно Упсидодов капсулы. Ага. 3+. Ничего себе, для самых маленьких детей подходит. Но сериал не 3+. Особенно последний сезон я детям до 10 лет вообще не советую смотреть. Я бы сказал, что это сериал 12+, а лучше 14+. Вот. Итак, ребята, вот что у нас получилось. Вот что вы получаете за эти деньги. Практически за 2000 рублей вы получаете кучу аксессуаров и прикольных персонажей. Почему-то вот этот у меня падает. Почему ты падаешь, друг? Друг, зачем ты падаешь? Не надо падать. Этот вообще похож на хиппи. Так, ну что, ребята, давайте выбирать лучшую фигурку. Вот Макс тоже упала. Держится плоховато. Вот почему-то, возможно, надо разработать. Ой, извините, звонили из службы безопасности Сбербанка. Это просто невыносимо уже. Так. Так, выбираем лучшую фигурку. Ну, слушайте, мне первое место Макс. На скейте она выглядит очень круто. Второе место, наверное, баскетболист. И третье место наш потерявшийся чувак посередине, который... Короче, мой рейтинг вот такой. Дай!
Все, вы поняли. Вот такой мой рейтинг. Вот он. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Фигурки топовые. Даже своих денег, наверное, стоит для фанатов игры. То есть для фанатов какой игры? Для фанатов сериала, я думаю, самое то будет вообще лучший подарок. Пока.